Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой награды. Здесь откроем пак. Окей. Дальше идем на наших персонажей. Где у нас крысиный король? Вот он. Так, давай-ка посмотрим. Нам нужно до 6-й ступени прокачать ловушки для маузеров. Сколько там получается еще? 11 штук нужно. Этих ловушек. 11 штук. Ну, явно нам это не светит. Тут вообще ни одной не выпало. Скорее всего, и здесь тоже мы с тобой не найдем. Ну уж 11 штук точно мы не собираем. Прикинь? Отслеживающее устройство, всякую ерунду. Вот, одну только дали приманочку. И все сказали, будь здоров, иди гуляй. Так, нет, вроде бы начинает давать. Хорошо, мы выполнили задание уже с тобой. Будем в следующий раз искать. Забираем здесь, забираем тут, тут. Пройти серию испытаний, побежали. Пройдем серию испытаний. И нужно будет потом еще поднять уровень персонажа. Ну, естественно, я попробую. Так, Донни, ты пока мне здесь нужен. И я, наверное, попробую. Если сегодня у нас будет достаточное количество мутагена, естественно, Ваньку. Ваньку-стиранка, конечно, нужно апать. Так, крысиный король, на тебе. Заблокировали ему способности. Шреддер добивает. Так, ну, а мухи это, точнее, тля, для нас вообще ничего не значит. Тыч, мимо. Ой, точнее, минус. На, с удара. Кто тут у нас? Опять крысиный король? А если я вот так вот сделаю? Как вам будет? Понравится? Вертушка от Усаги. М? Олухи. Кому-то не понравилось. Сейчас я... Нет, вот так вот мы, наверное, сделаем. Но крысиный король, скорее всего, не погибнет. Ну-ка. Ну, тут уже им всем крышка. От постепенного урона, ребята, отдупляться. Ну что, прошли серию. И давай мы с тобой уже заберем наши награды. Так, поднять уровень персонажа. Пока не можем с тобой этого сделать. А вот посмотрим, что у нас на турнирке творится. Лига сёгунов, 2 звездочки. Ага. Лига сёгунов, 2 звездочки. 54-й ранги. Раз, два, три, четыре. Короче, будем буститься. Ну, и буститься, это называю я, когда мы берем, например, вот против таких слабых бойцов, нашего топового. И, соответственно, прокачиваем наших слабых. Да, за счет Леонардо. Леонардо здесь как бы топовым бойцом выступает. Вот так вот всех наказывает. И мы с тобой очень быстро двигаемся вперед. Почему вперед, ребята? Потому что уже неделя заканчивается. Из-за того, что я не играл опять же 2 дня, нас опять же скинули до Лиги Сёгунов 2 звезды. Мы вообще в мастерах-то были хоть? Я вот что-то не помню. По-моему, не были. Так, ну и что-то сразу резко, да? 62-й уровень, хобана. Нате, пожалуйста, получите. Резко один бой сыграли и все. Очень круто, нас повысили здесь. Так, Лео, давай-ка жги. Надеюсь, у тебя все получится. Угу. Вот беда, ребята. Ну-ка. Промахнулся. А ты? Красавчик. Донни, красавчик. Все-таки подбил этих супостатов, и мы с тобой продвигаемся дальше. Давай, 15-ю позицию. 17-ю дает, да? Ладно, ничего страшного. Так, 15-21. Давай, давай, не жмись. 15-21, я тебе говорю. О, 16-21, извиняюсь. Так, супер шреддер. Ну, с ним-то можно кого хочешь отправлять. Раз, два, три, четыре. У нас, кстати, по-моему, там событие открылось. Ну, на Усаги мы проходить не будем. А вот на крылышке, наверное, пройдемся. Да ладно, Донателло еще и не получил. Вот. Даже постепенно урона на нем не было, прикинь. Стоит там супостат, радуется. Ну что, возьмем? Да, ребята, Лига Сёгунов 3 звезды. Так, пошли-ка мы за мастером уже, в конце концов.
16-21, 16-21. Везде, да, 16-21. Супер Шреддер, выходи. У нас 36 откатов, поэтому 36 поединков, в принципе, можно отыграть, если Супер Шреддер будет играть один. Если он будет играть с кем-то, то получается у нас 15 и еще 3, 18 поединков. Да, 18 поединков можем сыграть, если будем играть, откатывать по 2 бойца. Но я думаю, что пока этого нам не нужно будет делать. Давай, давай, маузеры. Отлично. Потому что он будет пока сейчас сам справляться, вплоть до 68-го. Ну, почти до 70-х уровней он должен с ними разбираться на изи. Так, какая тут позиция? 86-я. Уже прикидываем, да? Где-то 8-7 поединков нам нужно будет отыграть, чтобы взять Лигу Мастеров. Супер Шреддер пока один здесь будет справляться. Я не понял, с какого перепуга здесь Лео лезет. Все, врубаем. Ну-ка, погнали. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Та, промахнулся, ну нифига. На Супер Шреддера решил быкануть. Да, парень, ты, смотрю, бессмертный. Твою налево, ну. Кожа головы, красавчик. Хвостом его все-таки подбил, умница. Так, держать. Ну, какая там, 72-я? 73-я. 73-я позиция. А не дадите мне 16-22? Не? Не хотите, да? Я так и понял. Супер Шреддер, пошли разбираться опять. Тут, кстати, 60-й уровень у них. Раз, два, три. Четыре. 61-й. Был 64-й, 65-й. Почему-то их понизили, ну ладно. Мне только так на руку. Погнали. Бабах. Так, постепенного урона на этом нету, поэтому попробуем. Молодец, Майки. Ушатал. Вот о чем я говорю. Супер Шреддер делает свой основной удар, остальные просто идут на добивку. Так, 61-ю. 59-ю, окей. 16-22, шикарно. То есть кубок мы получаем на один больше, соответственно, и продвижение пойдет у нас поэффективнее. 65-й, 66 уровень. Кстати, вот это уже опасно. Если сейчас Карайку мы с тобой не подобьем, она будет здесь очень сильно нам вредить. Постепенный урон у всех. Почему? Ну, давай вот так вот попробуем. Ну все, уже падай давай. На тебе. Молодец, Бибоп. Красавчик. Выпендрился. У него там, кстати, непонятно, что у него на руке там надето. Неоновые подсветки какие-то. Так, 46-я. Так, 16-22 до сих пор дают. Все отлично. Опа, уровень уже 67-й. Так, на подстраховку возьму Джастина. Иди ты, на подстраховку возьму Джастина. А здесь. Раз, два, три. Поехали. Ну, у Джастина инициатива. Да, ребята, инициатива вообще ни к черту. Чего ж тут греха скрывать. Давай, Шреддер. Красавчик. Вот у кого нет постепенного урона. Ну-ка, вызываем балбесов. А у Саги, как всегда, выживает у нас, да, получается? На. Точнее, почему я называю Сплинтера у Саги? Трындец, уже путаешься иногда, ребята. Кто какой персонаж постепенно, ну, постоянно все время называешь. И этот Сплинтер, Усаги, они все время на устах. И поэтому видишь, как говорится, крысу, представляешь, что это кролик. Вместо Сплинтера ты называешь Усаги. Но я надеюсь, ребята, вы не будете слишком там критиковать. Естественно, я, если кого-то назвал неправильно, то это не специально, а просто бывает заговорился, вот и все. Вот как вот здесь я заговорился и поставил одного Супер Шреддера, который может не справиться здесь, понимаешь? Надо было второго бойца отобрать на подстраховку. Но здесь, благо, все хорошо. Слэш в любом случае не вытянет, постепенно урон его убил. А так вот начинается опять вот это отвлечение. Ну что, какая там? Давай 15-ю. Нет, 19-я. 19-я позиция, но тем не менее уже Лига Мастеров практически в кармане.
Так, 16... нет, давай ролить еще, потому что там Майки, не хочу с ним как бы сталкиваться. Это, наверное, единственный персонаж, с которым мне не хочется сталкиваться лицом к лицу. Ну, с этим еще можно тут побороться. Донни, давай иди сюда. Что-то у нас тут еще много кого можно отыгрывать. 65 уровень против нас. В принципе, Донни своими сюриками сможет любого здесь добить. Но обычно после супер шреддера. Если бы он ходил бы один здесь, естественно, ничего бы не было. Почему у Рафаэля такая офигенная инициатива? Вот я не могу понять. Вот у этого доисторического, там, скажем, да? Ролевого. Почему у него такая вот офигенная? Он же не Майки, а он Рафаэль. Я не помню, чтобы Рафаэль у нас отличался офигенной инициативой. А здесь он вообще жахает, будь здоров. А если его еще и прокачать, прикинь, что будет? Так, тихо, 68 уровень. Тут не до шуточек, друзья. Возьмем Зэка, наверное, с его бомбочкой, да? Раз, два, три. Точно у нас там все отыгрались? Пока да. Как я уже говорил, на события мы с тобой, наверное, не пойдем. На то самое, где Усаги у нас. По-моему, Усаги, да, разыгрывается. А пойдем на платиновые. Кстати, надо будет сейчас глянуть кое-что. Все, ребята, Лига Мастеров. Пока одна звезда взята у нас. Я хочу посмотреть испытания. А, так он еще не открылся. Ё-моё, ребята, 6 часов до открытия. Чё я переживаю? Тогда давай, наверное, здесь быстренько попробуем профармить. Ой, чё не то делаю. Е, сразу же, прикинь, Микеланджело, введение 3 ДНК. С лету. Слушай, а вот здесь вот... Блин, в принципе, можно было бы и вот это событие пройти. Зачем? Ну, потому что здесь тоже Майки есть. Давай по-быренькому прошуршим его. Так, грибочки. Ага, он решает уклонение. Плюс уклонение, защита, зашибись. Ребятушки тут устроились. Угу. Давили. Так, переходим с тобой на вторую волну. Что у нас тут? Тут обычные клан-фотовцы. Даже причем не роботы. Давай я их с вертушки всех. Чтоб быстренько. Фух. Все, готовы. И бежим дальше. А дальше у нас тут черепашки видения. Ну-ка, маузеры, разберитесь. Не хватило, да? Так, Донателло там стоит, типа, да? Типа, я не при делах. Ну и опять же у нас Химера. Это второй босс. Слышал, что там чирикает кто-то? Это вот Химера и чирикает. Проникающий начнем. Дальше ракеты. Ракеты по плоти, кстати, не столько много урона наносят, сколько по механическим. И добивка. Воу. Ну да. Одного удара не хватило, он со второго удара только завалил эту Химеру. Ну вот, мы и прошли. Ну что, давай тогда попробуем сейчас вытянуть Майки. Так, чего тут? Тут тоже два ДНК, да, на него? Так, 40 жетонов. Серебряные осколки. Рафаэль видение. Донателло видение. Книжка. 40 жетонов, опять же. Сколько там еще остается? Последний, да? 3 доллара. Ну, не вышло и не вышло, ребята. Чё расстраиваться зря. А мы продолжаем с тобой нашу лигу. Мы в мастерах, может быть, все-таки дадут мне 16-23. Скорее всего, не дадут. Ладно. Будем использовать то, что нам дают. Возьму Рафаэля, наверное, сюда. Нет, железноголового, наверное, возьмем. Раз, два, три. Тут уже остается совсем маленечко у нас бойцов. Но хотелось бы, конечно, в Лигу Мастеров 2 звезды, ну, забраться. Так, вот этого попробуем шваркнуть. Давай, Майки.
Не вышло у тебя ниши шарики. Так, тут-то понятно, ты постепеночки отдуплился. Давай, железноголовый, на, с кулачка. Отлично, у тебя все получилось. В кулаке твоя сила. Ну что, двигаемся дальше. Какая там, 81-я? 79-я. 79-я позиция. Да ну хорош, дайте уже 16-23. Ну ведь я же достоин 16-23. Ну 17-23, хорошо, оговорился. 17-23. Не дают. Почему-то. Почему, не знаю. Рафаэль, отойди пока. Раз, два, три. Ну, 72 уровень. Понятное дело, что Супер Шреддер, он один не справится с ними. С 72-м. Поэтому вот так вот делаем. Хотя, вот именно то, что вешается здесь постепенный урон, он, в принципе, победил бы. Но опять же, кто тебе дает такую гарантию 100%, что он на всех повесит? Да, у него шанс больше, чем у Усаги. Но не на 100%. 100% это у нас у Рафаэля вешается контратака. Вот это 100%. То есть ты сделал, и ты будешь точно уверен в том, что если его атакуют, он даст сдачу в ответ. Вот это называется 100%. В остальных случаях я тебе не дам нигде такой гарантии. И очень много вот вопросов: Рэй, а кого прокачивать там, такого-то персонажа или такого-то персонажа? Ну, задают очень часто мне в комментариях по черепашкам. Я могу сразу тебе сказать: какой бы персонаж там ни был, бери, если у него есть массовая атака. Бери, короче, массовиков — это в первую очередь. Если у тебя перед выбором два массовика, ну, например, там Бакстер Стокман и Мутагенойд, то бери, наверное, того, у кого... Как бы тебе объяснить? Вот смотри, у Бакстера, например, да? Нет, ну тут сравнить, конечно, сложно, потому что у Бакстера Стокмана две массовые атаки, в отличие от Мутагеноида. Да? Кто у нас еще может отличиться двумя атаками? Массовыми. Вот ты скажи мне, какой персонаж у нас еще имеет массовые атаки? Ну, Железноголовый нет. Железноголовый имеет только одну массовую атаку. А кто у нас действительно еще имеет две массовые атаки? Давай подумаем. Леонардо одну, Армагон тоже имеет одну массовую атаку, Донателло тоже одну, Бакстер Стокман, базара нет, у него две. У Усаги одна массовая атака, у Зека тоже одна, у Змейка Вьюна, ребята, две массовые атаки есть. Так, у Пиццелицева, насколько я помню, тоже есть две массовые атаки. То есть я бы вот рекомендовал именно брать тех персонажей, у которых больше массовых атак. А если у тебя выбор из двух выбирать массовиков, затейников, да, то, мне кажется, нету особой разницы, какого из них прокачивать. Наверное, взял бы я того, на кого можно найти быстрее и проще ДНК. Вот того бы я, наверное, качал бы. Вот так вот, да. Скорее всего, я бы именно так поступил бы. То есть у тебя есть выбор... Ну, например, вот есть у тебя Маузер, да, и еще там кто-нибудь. Естественно, ты прекрасно знаешь, что Маузера у тебя не получится прокачать быстро, по фулке. Поэтому бери, например, там второго массовика, кто у тебя там есть. Например, Крис Брэдфорд, да, у него вообще нет ни одной массовой атаки. Но я тебе скажу, что в команде он, особенно на ранних этапах, практически незаменим. Почему? Ну, во-первых, ребята, у него очень офигенный баф. То есть он делает защиту. Во-вторых, у него одиночный удар, который он делает там проникающий, очень хороший. Он вырубает, ну, практически любого, если пробивает именно этим ударом. Вот, что еще я могу тебе про него хорошего сказать? Да и вообще он просто хороший парень. Шучу. Не, нормальный персонаж, ребята. Но, опять же, повторю, что у него нет массовой атаки. Так же, как у Рокзара. У него нет массовой атаки, но как танк, именно как провокатор, он, в принципе, неплох. Но он мне больше нравится, чем, например, тот же самый Тимати. Или тот же самый Крип. Ну, это, наверное, пока, потому что у меня он единственный, кто прокачан нормально. Так, вот здесь опять майки у нас, поэтому будем аккуратными. Да и вообще, если честно, мне кажется, любой персонаж, которого бы прокачать на соточку, я вот уже сотый раз приводил этот пример, тот же самый Бакстер Стокман,
Да, у него вроде бы две массовые атаки, все как бы чин-чинарем. Но у него очень была слабая инициатива и очень, так сказать, средняя атака массовая. После того, как он получает сотый уровень, он просто преображается, ты понимаешь? Он преображается, у него повышается офигеть как инициатива. И у него суперудары становятся очень крутыми. Поэтому, да, тут, видишь, даже вот ребята пишут мне в комментариях, что крысиный король чуть ли не один из топовых бойцов. Раньше мне писали, что это кролики топовые. Теперь почему-то пишут мне про крысиного короля. Естественно, я пока не могу тебе никаких выводов дать, так как он у меня не прокачан. И когда он его прокачает, фиг знает. Но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что топовый у меня это Супер Шредер. За него я тебе могу точно сказать, что это топ боец один. Я вот еще хочу прокачать Кренга по полной программе и посмотреть, на что он способен. Насколько он будет, ребята, крутым, насколько будет отличаться, например, от той же самой атаки Супер Шредера. Вот в чем дело. Хоть и Супер Шредер вешает на себя вот этот вот дебаф автоматический, да, понижение меткости, это ему нисколечко не мешает разбирать врагов просто на изи. Вот, видишь, он когда бьет, у него сразу меткость понижается. Но как-то я особо не видел, что он там промахивается. Так, ребята, мы, скорее всего, сегодня залетаем в Лигу Мастеров. Две звездочки у нас как раз для этого все и есть. Так, опять Майки лезет сюда. Вот без него вот никуда, ребят. Раз, два, три. И у нас как раз последний будет поединок. Ну что, погнали. Опа. А Майки даже ничего не успел сделать, да? Ну тогда до свидания. То есть у Армагона, у моего инициатива намного круче, чем у Микеланджело. Хотя я почему-то думал, что наоборот, ребята, у Майки инициатива будет офигенная. Ну что, поздравляю нас с Лигой Мастеров. Две звездочки. Так, 17-23. Последний поединок получается, да? Ну да, вот мы с тобой отыграли. И возьмем... Давай, Лео. У нас еще 19 откатов осталось. Слушай, ну неплохо. Вечером, возможно, вечером, ребята, мы еще одну серию запиликаем. Но это уже будет прохождение события. А, ну там же опять, если успеется накопиться сыр. Если не успеется, нам тогда делать нечего там будет. Место 80-е. Нормально, нормально, ничего не скажешь. Вот, если сыр успеет накопиться, то мы пойдем с тобой на платиновые события. Проворство. Так, ну сколько мы с тобой мутагена накопили? 29 тысяч. Ну-ка, Ванек, сколько там тебе надо было? 20... Ох, хватает. Хватает, друзья мои. 97 уровень у меня зарабатывает Ванька-стиранка. Соответственно, мы с тобой забираем здесь все награды. Ну и будем, наверное, ждать вечерочка или как там. Ну, посмотрим, ребята. Если не буду занят, то, наверное, снимем очередную серию. Так, пока у нас есть пицца. А, вот в чем беда. $500 мне нужно, чтобы взять еще соточку. Ладно, я пока не буду тратить. Я думал, что просто пофармить нам на крысиного короля те же самые колбочки маузеров, ловушки. Но так как их мало, 36 всего лишь откатов, я, пожалуй, воздержусь. Ну, а на этом все, друзья мои. Всем удачи и до новых скорых видосиков.